Здравствуйте, дорогие наши зрители, подписчики нашего канала, гости нашего канала. Вот такой необычный комплект готов к своему празднику. Это Саргасалу. К нам обратилась клиентка, у которой пришли свататься с нашими изделиями. И почему-то, говорит, я, говорит, не оставила все, почему-то все раздала. И то, что осталось, вот, в общем, это три корзины у нее остались, большие, белые, в золоте. Сундучок остался, конверт почему-то, говорит, только один остался. Вот. И попросила, говорит, сделайте мне что-нибудь такое интересное, но и в то же время, чтобы это все было в одном комплекте. Ну, я предложила, говорю, пожалуйста, давайте саукилеш-шкатулку сделаем в белом цвете. Ну, как положено, я вообще сама люблю, что саукилеш-шкатулка вот должна быть вот такая беленькая, должна быть такая вся сверкающая, вся в стразах и в бриллиантиках, и в жемчугах. И, соответственно, вот такие три табака. Ей нужно было табаки для того, чтобы положить, получается, в те она положит конфеты, фрукты, там что-то, алкоголь, а здесь она хочет табак для нана, табак для мяса и табак для сухофруктов, по-моему. Ну, в общем, три табака, которые она сказала, ей нужны. Ну и, в принципе, эти табаки были у меня как раз готовы. И я предложила, говорю, давайте, говорю, вот возьмите их. Будет комплект. Почему? Потому что они все в одном оформлении. Велюр одинаковый. С теми белыми корзинами они тоже будут гармонировать, потому что оформление одинаковое, и сразу видно, одна рука делала. Поэтому, говорю, от цвета не зависит. Ну, здесь еще из-за цены, в общем-то, что эти табаки, я, ну, раз они были готовы, то я, в принципе, отдала их очень недорого. Вот. И поэтому вопрос решился к тому, чтобы вот как бы взять вот такой набор. Я думаю, получился очень даже красивый, ну, комплект. И к тому же, ну, приятно, что наши изделия, я всегда говорю, что наши изделия, они долговечны. Ну, во всяком случае, 2-3 праздника они точно выдержат. И мы уже видим примеры из жизни, когда к нам приходят с нашими изделиями и хотят дополнить. У кого-то там одна корзина. В прошлый раз, да, была, по-моему, у женщины одна корзина белая. И я ей доделала, или красная у нее была корзина, что ли, что-то такое. И я, в общем, доделала ей, да, красная корзина, и я ей сделала две удлиненные, добавила красные корзины к ее корзинам. Вот. Один раз женщина пришла, у нее были розовые корзины. Одна удлиненная розовая корзина оставалась. И как раз вот я ей тоже сделала коржен розовый, что там мы сделали, корзины розовые, еще одну корзину розовую и для ковра накидку, перевязку для ковра мы вот сделали тоже в розовом цвете. И так получилось, что, в общем, я очень рада, что наши изделия служат долго, ходят из рук в руки. Это говорит о том качестве, которое мы, с каким качеством мы создаем наши изделия. И это очень приятно, потому что, когда говорят, у меня есть корзина, и я хочу к ней добавить, я всегда, пожалуйста, говорю, и даже у меня приносили, я переделала ей фатин, и сделала все, еще добавила корзины, и сделала к одной корзине, сделала две еще корзины белые, это еще в прошлом году, по-моему, или в начале года, и сделала одинаковый фатин. Потому что там фатин, ну, где-то порвался, и другой был немножко. Ну, и потом, когда уже, когда две корзины, три корзины стоят рядом, будет видно, что фатин старый, грязный там или что-то такое. А так я говорю, давайте вы мне принесите свою корзину. Я ее немножко там почистила, сделала к ней фатин, сделала завязки, бантики, и получился новый совершенно комплект. И поехал дальше на свой праздник. Замечательно же, когда корзины работают не на один как праздник, не для одних людей, а приносит много приятных минут для большого количества людей. Всегда приятно, когда
возвращается твой клиент, приходит еще что-то делать. Ну, в общем, в этом году тоже ко мне много приходили, ну, точно, человек 5, наверное, наши клиенты возвращались, которые заказывали новые изделия для других детей, для вторых детей, для третьих детей, уже я не помню сейчас, для внуков кто-то, бабушка заказывала. Вот. Или они рекомендуют своим друзьям из этого же окружения, у которой, допустим, там, по-моему, женщина приходила, мне как подарили на кудалах эту корзину. Я ее взяла, ну, рамдап ей дали, вот, чтобы у тебя тоже сын женился. И теперь мой сын женится, и я хочу именно с этой корзиной пойти. Ну, это же здорово, когда есть такой красивый у нас, у казахов, такая красивая традиция, рамдап беру. Это значит дарить не назначением, а с пожеланием, чтобы такой же праздник был в вашем доме. Вот у нас такое казахское слово есть очень хорошее. Я один раз в видео рассказывала рамдап. Это вот рамдап береді, рамдап коржын береді, рамдап қалта береді. Даже сәукеле эту шкатулку можно не оставлять у себе, не себе это невесте, да, у себя дома. А зачем она ей уже? Она уже ей послужила. Она может подарить своей сестренке или своей подружке, которая, вернее, даже не так. Нужно дарить тем людям, которые будут жениться. Вот. Она должна подарить своему брату, который поедет свататься, племяннику или, значит, мамы, сыновья там, да, у мамы друзей сыновья, да, допустим. Ну, в общем, двоюродные братья, которые жениться должны. И вот они должны, она от невеста, которой подарили это совки или шкатулку, она может сказать, вот вы возьми и завтра пойдешь свататься. Пусть у тебя тоже будет хорошая невеста и подаришь ей здесь сережки. Вот. Поэтому замечательное известие, когда приходят и говорят, что ваша корзина у меня или ваш коржин у нас. И я хочу, чтобы вот было продолжение такого набора. Вот, это здорово. Это говорит о том, что Жаннур творит с любовью, как я всегда говорю, Жаннур творит с качеством. Стараемся. Вот, поэтому будьте с нами, приходите, не забывайте, обязательно подписывайтесь на наш канал. Я всегда говорю, что канал наш специфический, поэтому очень сложно набирать подписчиков, но потихонечку, потихонечку я стараюсь. Где-то свои какие-то личные видео выкладываю, путешествия из своей семьи, своих внучек. Ну, в общем, стараюсь немножко такое привносить в свой канал, ноты путешествий, чтобы было интересно людям другим смотреть, не только которые идут к нам за изделиями нашими. Вот. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, спрашивайте вопросы. Жаннур с вами, Жаннур творит с любовью. Пока-пока!